Гул снующих туристов у Казанского собора и умиротворяющая тишина на висячем мосту. Размытые краски пионов и ненавязчивые детали церквей. Работы Анатолия Стрелкова поражают разнообразием сюжетов. Большую часть картин художник посвящает Сарову. Очень люблю город Саров. Тоже чем-то нравится Питер. Но Саров в основном пишу больше от души. И как, на мой взгляд, он больше нравится. Выбираю красивые места, на мой взгляд, какие мне нравятся. Делаю эскизы, пишу с натуры. Ну и рисую в разных стилях, как вы видите. Зимние настроения, весенние, осенние. Анатолий пишет в основном акварельной техникой, немного добавляя пастель. Через свои картины автор умело передает атмосферу городов, хочется рассматривать каждую деталь. Проплывающие по каналу катера, игру света на куполах, резные колонны, знаменитый шпиль и прохожих. Одна из любимых работ Анатолия – Саровская ривьера. По словам автора, здесь удачно отражается контраст современной жилой застройки и традиционной архитектуры Успенского собора на фоне. Прогуливаюсь по Сарову, выбираю достаточно интересные ракурсы, чтобы удивить зрителей, но чтобы зрителям более интересно было. Учту перспективу, всякие какие-то там пропорции. Ну и думаю немного над композицией. В прошлом году Анатолий с отличием закончил художественную академию имени Репина. Сейчас занимается свободным творчеством, развивает навыки в технике акрила. Оценить архитектурную живопись и натюрморты художника можно в Зале искусств городской библиотеки имени Маяковского до конца лета.